люди предлагают мы беседуем. Сейчас, секундочку. Что люди предлагают? В каком смысле предлагают? Ну, что люди предлагают на Украине, мы беседуем, мы беседуем. А, ну я понял, понял, да. Ну спрашивайте, что вам интересно, я вам отвечу. Что люди предлагают? Исключительно беседую, что предлагают. Что люди, да. Вы будете из Кропивницкого, да? Блогер, скорее всего, с Кропивницкого. А, вы блогер, да? Не, я не блогер, но я просто пытаюсь анализировать то, что мне сказали. Ну, Блогер, скорее всего, с Кропивницкого. я спрашиваю, А вы... если не блогер? Нет, Я я не спрашиваю... блогер. Нет, на нормально, нет, я ваш геолокейшн уточняю. Вы из Кропивницкого, правильно? Или нет? Не, не с А Кропивницкого. откуда? С Харькова. С Харькова? Да, там город тоже близко. Понятно. Ну хорошо. А какой Нас не троллей... все видят. Не все. А какой троллейбус ходит до аэропорта в Харькове? Автор до аэропорта? Да. Не помню. Ни одна это самое. Аэропорт не летает. Не помните. А Там, как... по-моему, трамвай ходит. Хорошо, Трамвай номер хорошо. 41 ходит. Да, трамвайчик туда ходит. Пятерочка ходит, никакой 41 нет такого троллейбуса. А Да, какой... А... был. Вчера был. Вчера А... был. Да, был. А какой ЖД вокзал находится в районе метро Проспект Гагарина? ЖД вокзал у нас один. Чтобы не нервничали, я скажу, что ЖД вокзал у нас один. У Да? вас... И станция называется там какая? Какая станция называется? Как она там? Метро на железном вокзале. Знаете, как она называется? Ну, если Ну, вы... и знаете, гостиница рядом с ЖД вокзалом, тоже знаете, что как Если называется, вы имеете в виду Харьков-Пассажирский, называется Южный вокзал метро. да? А Да. около проспекта, Ну, около метро вы проспект меня Гагарина находится? утомили уже сегодня, уже утомили меня сегодня. Я беседую про Украину. Ну, мы про Украину беседуем. Мы про Да. Украину беседуем. А Ну, около... для вас. А... Слился липовый харьковчанин. Но ты мне у.